Павел Коньков в среду встретился с молодыми педагогами. В обсуждении приняли участие около 80 человек из всех районов Ивановской области. Всего в образовательных учреждениях региона работают более 900 специалистов до 35 лет. Диалог получился оживленный. Обсуждали вопросы поддержки и подготовки кадров. Выяснилось, учителей интересует саморазвитие, повышение квалификации, подготовка учеников к единому госэкзамену и, разумеется, зарплата. А она, как известно, у педагогов небольшая. Потому поддержка молодых специалистов очень важна, отметил губернатор. Грантовая поддержка, она будет обязательна. Я сегодня такое решение принял, потому что это хороший способ заинтересовать особенно молодых людей для самосовершенствования, для более активной позиции. Она вполне разумна для бюджета, но молодежи свойственно стремиться вперед, вверх, соревноваться друг с другом.